Доброго времени суток всем подписчикам канала Уральского усадьба, дачникам, садоводам. На заметку, сегодня смонтирована теплица капелька 2,5 м, ширина 2,5 метра, длина 4 метра, свалена с профильной трубы 20 на 20, стенка 1,5 миллиметра, полимерно-порошковый окрас светло-серого цвета, поликарбонат 0,8 плотности 4 мм, 20 лет гарантия, карбоглаз, фундамент брус 100 на 100 пропитан антисептиком. Четыре нитки системы подвязки, две глядки метровых. Ширина 4 метра. Длина 4 метра, ширина метр. Здесь глухой торец с форточкой, с термоприводами. Автоматическое проветривание. Подписывайтесь на наш канал, не забываем, ставим пальцы вверх, узнайте много интересного, полезного. Всем, кто смотрит канал Уральская усадьба, привет! Сегодня у нас 6 мая 2017 года. Построили мы теплицу капля шириной 3 метра, длиной 5 метров. Теплица стоит у нас на брусе 100 на 100. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20. Также в теплице дополнительно установлены прогоны для того, чтобы снегом не давило стенки. Сделаны у нас грядки по 2 штуки. Ой, 2 штуки на всю теплицу, по одной на каждую сторону. И установлен у нас форточный блок с системой термоприводов. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотность. По торцам расположены разрезные двери форточки. Всем зрителям канала Уральская усадьба привет! Сегодня у нас 27 апреля 2017 года. Построили мы теплицу капля шириной 3 метра, длиной 4 метра. По торцам у нас расположены разрезные двери форточки. Торца также. Каркас теплицы у нас сделан из профильной трубы. Двадцать на двадцать, полимерно-порошковая окраска. Все детали сварены в круговую, где открытые торцы труб установлены заглушки. Сама конструкция стоит у нас на брусе 100 на 100, брус пропитан антисептиком. Также в этой теплице по просьбе клиента мы установили дополнительный ряд прогонов для того, чтобы снег не давил на поликарбонат. Поликарбонат использовали 4 мм, 0,7 плотности. Ну вот на этом и все. Ставьте пальцы вверх. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока!